У нас утро, новый день, новый влог. И в самом начале видео я хочу поблагодарить всех тех, кто меня поддерживает. Вместе, конечно же, веселее. Спасибо, что вы со мной. Соскучилась я по полезным завтракам и решила опять прорастить себе маш. Вот такие у меня уже проросточки. Смотрите. Самое то, вот такой вот размер, самый оптимальный, когда они еще такие сочные, сладкие, вкусные. И не только завтрак, конечно. Буду подсыпать в различные блюда, в какие только возможно. Нужно витаминизироваться. Но сейчас промою немножко, вот, чтобы убрать вот эти вот шелушки. Хотя, когда немножко их попадает, если в организм, я читала, ничего страшного, они как отруби действуют. Но все равно лишнюю часть я уберу, смою. Разложу маш в пакетики и в холодильник, и там он у меня будет храниться еще дня 4. Сегодня завтракать уже не успеваю, вот допиваю быстренько кофеек и бегом по делам. Мы в Елизово. Мы тут проходим мимо нашей Елизовской христианской церкви. Хочу вам показать. Пока солнышко, купола сверкают. Красота. Давай, ручка, Никитка. Ну, а мы бежим дальше. Прямо по курсу. Сегодня у нас такой хороший солнечный денек. Здорово. Еще с этого ракурса поснимаю. Снега уже почти нет. Только вон на вулкане. Вулкан пока весь в снегу. Вот когда на вулкане начнут видны быть проталины, тогда уже точно тепло будет. Ну прям хорошо так тепло. Достаточно, то есть тепло, да. Мы сейчас зайдем в крытый рынок, в отдел корейских товаров. Ну, продукции. Азиатской такой. Там, по-моему, у них разная продукция. Хочу посмотреть, какие есть азиатские салатики. Может, тоже есть что-то вкусное. Агротек открыл здесь свою точку. Смотрю, а раньше здесь было типа чайный с кондитерскими изделиями. Ну, посмотрим, какой ассортимент предлагает нам Агротек. Видишь, как удобненько сделали. Пицца. Нельзя не соблазниться. Ой, какой красивый мишутка. Это в отделе с медом. Ну все, возвращаемся уже домой. Ой, снег так быстро сошел. Почти нет. Ну, кое-где, конечно, попадается, но уже его очень мало. Мы уже дома. Сейчас буду распаковываться и покажу, что купила. Сегодня много не набирала. Вот, кстати, снимала когда агротековскую продукцию. Думаю, попробую-ка я куплю. Ни разу у них вот такую вот именно продукцию еще не брала. Готовые обеды там и прочее. Решила взять на пробу голубец с картофельным пюре. Да. Надеюсь, вкусно. Здесь уже и вилочка, и ложечка есть. И салфеточка тоже. Хорошо, удобно. Так, 230 рублей. И Никитка попросила вот такую вот сосиску в тесте. По-моему, кормдоги, да, называются, насколько я помню. Но здесь она, ну, названа от них. Я сосиска в сырном тесте, да. Вот. Это Никитка у меня будет кушать. В корейской лавке я взяла папоротник. Хотя он не корейский, смотрю, это приморский продукт. Но я говорила, что папоротник с грибами, что у них различная тоже есть там продукция. Турецкие уже взяла груши, лучок, огурчик, творожок и Никитке вот тыквенный сок.
Сейчас будем с Никиткой обедать. Ну, Никитке, конечно, еще будет другая пища, кроме этого, на обед. Симпатичная такая штучка на палочке. И вот, в общем, мой обед. Пюрешка, голубец, много подливки, кстати, было. Похрущу я свежими овощами, это перчик, вот такой вот яркий, оранжевый, видите? Нравится мне его, как-то брала и дальше беру, потому что понравился, да? И досыпала еще проростков для пользы. Всем приятного аппетита! Папоротник, кстати, я попробовала, неплохо, но есть какой-то привкус, то ли от консервантов, которые сюда добавили, чтобы он не портился, какой-то как мыльный, что ли. Ну, мне все-таки нравится папоротник от другого производителя. Ну, это тоже съем, конечно, куда я денусь, но чуть-чуть что-то не то в нем. Так, и насчет агротековской продукции, ела я голубец и картофельное пюре. Мне понравилось. Я, во-первых, не сильная привереда. И когда вот надо что-то на скорую руку, да, вот так с дороги возвращаешься и по-быстрому хочется скушать что-то и нет времени готовить, вполне пойдет. Дома, конечно, вы приготовите вкуснее, но и это тоже вкусно. Я добавила, присыпала своих любимых специй сверху и вообще замечательно. И сосиска в тесте тоже Никитка скушал с удовольствием. Я кусочек у него откусила, она такая, ну, хорошая сосиска, такая крупная, сочная. Тоже здорово, надо будет как-нибудь себе на завтрак тоже прикупить такую сосиску покушать. Как густо уже разрослись мои зеленые джунгли. Смотрите, уже прям настоящие веточки молоденькие. Здесь у меня два вида. Здесь у меня верба и ива. Я научилась их благодаря пушкам различать. Вот у вербы, где пушки вот эти серебристые, ветки дали вот такие вот листочки. Светло-зеленые, вот такие вот удлиненные, да? А где просто ива без пушков, вот такие потемнее уже листочки, они более округлые. Вот это уже ива. Так они меня радуют, дарят мне ощущение ранней-ранней весны. Здорово. Какая свежесть. Скоро, конечно, ну не совсем скоро, у нас на Камчатке тем более запаздывает тепло. Но разрастутся деревья, уже, конечно, так не будешь удивляться. Я имею в виду, когда станут уже зелеными, да? Но пока это прям радует, радует. Всегда хожу и любуюсь. Кстати, на днях у меня была достаточно такая крупная, нужная покупка. Сломалась стиральная машина и пришлось покупать новую. Я ее пока тестирую. Но в следующем, скорее всего, да, в следующем влоге я сделаю небольшой обзорчик, покажу, что купила, какую купила. Мы с Никиткой коллекционируем животных и собираем свой зоопарк. И вот смотрите, какого ужастика мы раздобыли. Это мечехвост. Но здесь еще ничего смотришь, а вот так вот переворачиваешь. Вот какой он. Страшненький такой. Страшненький, но милый. Нам он очень понравился. Мы решили заказать в Альбрисе. Дам ссылочку. Ну, как всегда, спрашивают, поэтому обычно ссылочки даю. Мы таких вот мечехвостов видели в океанариуме во Вьетнаме. Да. Они так выглядят ужасно. Прям вот как из фильмов ужасов раньше вот таких вот. Обычно космических пришельцев, нет, не пришельцев, а когда попадали на другие планеты, да, наши там космонавты, ну, я имею в виду земляне, вот, они встречали там вот такой вот ужас, влазящий из песков, да, почему-то есть у меня с этим такая ассоциация. В общем, сам он очень плотненький такой, панцирь у него, а ножки сделаны из более мягкого такого прорезиненного пластика и двигаются. И прям получается, благодаря этому он такой натуральный-натуральный. Здоровский. Хожу, попиваю тыквенный сок из такой вот кружки тыковки. Такая есть у меня с соломинкой, симпатичная кружечка. Тыква в тыкве получается.
Свои влоги я люблю заканчивать на красивой ноте, поэтому покажу еще одну тыкву. Смотрите, какая она красивая. Купила ее в фикс-прайсе. Вообще, это горшочек для запекания, но он мне настолько понравился, что он просто стоит у меня для красоты в комнате. Здоровская. И цвет такой приятный. Вот этот вот завиточек, усик. Красиво, очень красиво смотрится. И у меня еще на этой тыковке сейчас одену, вот так висит колье из янтаря. В общем, это выглядит как-то вот так. Но все, на этой ноте я буду говорить вам до скорых встреч. Всего вам самого хорошего. Пока-пока. Нет, еще не конец. Смотрите, выглянула в окно. Только вам показывала, что весь снег растаял, а нас к вечеру заметает. Представляете? Но надеюсь, этот снег днем растает. Ну все, на этом я точно уже буду заканчивать. Всем тепла, весны в душе. Пускай в душе будет все равно весна, несмотря ни на что. Он даже пуржит потихоньку. Это ж надо.